Слотокінг, ти по-любому у виграші. Пан Романе, обговорюємо з вами статтю від Телеграф, що Росія може почати наступ під Харковом і що російська армія готується до наступу на Куп'янськ і околиці. Потім, як ви вже почули, глава Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов прокоментував цю статтю і зазначив, що концентрації військових підрозділів ворога на кордоні не зафіксовано. Але останнім часом значно активізувалися удари по Харкову та області. На вашу думку, чи може це свідчити про подальшу підготовку до наступу? Здесь есть некоторые моменты, связанные с неточностями в географических понятиях. Дело в том, что Купянск – это Харьковщина. И вот некоторые наши партнеры, когда видят определенный поток информации, дальше его перерабатывают и выдают уже как определенные рекомендации или свое видение, говорят о наступлении на Харьковщине, имея в виду именно Купянск, а не Харьков в чистом виде. Потому надо разнести эти все понятия. Левый и правый берег Оскола. Вот левый берег Оскола, Купянск, это тоже Харьковская область. Там часть Харьковской области по левому берегу, восточному, она подвергается наступательным действиям россиян с прошлого года, уже второй год. И именно там есть определенное видение подготовки российских войск к увеличению давления, а не на Харьков в чистом виде, то есть не на Харьков город, и не на правый берег Оскола, не на западную часть Харьковской области, основную часть Харьковской области. Потому вот когда разобраться в понятиях, тогда можно понять и логику информации, которая идет от наших партнеров в информационном потоке, ну, естественно, от нас. То есть движение россиян есть на данный момент, было, есть, оно будет, как минимум до весны они будут пытаться двигаться в сторону Харькова. Это прогнозируемая ситуация. Мы видим там достаточное количество сил, средств российских. Основной военный хаб на этом направлении – это Валуйки российские. Они там в основном базируются. Там несколько десятков километров до Купянского направления, до Купянского фронта. Это, опять же, повторюсь, часть Харьковщины. По правому западному берегу там на данный момент российских войск нет и в ближайшее время не предвидится. Разворачивание даже такой группировки, как на левом берегу Оскола в районе Купянска, и у россиян займет времени несколько месяцев, мы уж точно их увидим, то есть попытки, по крайней мере, развернуться. Потому харьковчанам и основной части Харьковской области, правому берегу Оскола западному, ничего абсолютно не угрожает. А левый берег, здесь вопросы решаются нашим командованием, на месте работает ответственный за это направление генерал Сырский, он хорошо разбирается в обстановке, прикрывается Осколом, рекой Оскол, прикрывается в западная часть, то есть западный берег, ну и дальше проводятся определенные оборонительные мероприятия с основной задачей на этом направлении максимальное уничтожение, нанесение максимального поражения войскам противника. Пан Романе, якщо підсумовувати всі ваші слова, стратегічна задача ворога на цьому напрямку із Валуйок, де розташований військовий хаб Російської Федерації, пройти на Куп'янськ, далі вздовж Оскільського водосховища йти на Лиман, Валуйки, Куп'янськ, Лиман – це виходить один напрямок пріоритетний для росіян. А общее направление у них, задача стратегическая стоит, но она видна, исходя из карты местности. Задача стоит стратегическая – выдавить наши войска с левого берега Оскола и с левого берега Северского Донца. Оскол, Оскольское водохранилище, Оскол впадает в Северский Донец. Вот этот треугольник, если можно так сказать, Купянск, Лиман, Кременная, вот они пытаются выдавить наши войска. Понимаем эту задачу российскую, потому выполнены определенные фортификационные сооружения там, то есть линия фронта очерчена. И там несколько танкоопасных направлений, мы их удерживаем сейчас с помощью артиллерии, с помощью тех средств, которые там есть на данном этапе. Больше, то есть более чем попытаться выдавить наши войска за Оскол и за Северский Донец, у россиян даже в стратегии нет, не говоря уже о каких-то дальнейших масштабных
действиях. Потому они максимум, они сейчас тактическими, определенными тактическими задачами на месте там, по линии фронта, может быть, 3-4 километра пытаются где-то наступать в районе Купянска, в районе Торского выступа на Лиман. Это как раз тоже было движение у россиян. На Макеевку, Луганскую Макеевку также пытались двигаться. В районе Сватова там мы их потеснили, заняли ранее утраченные свои позиции. То есть идет такое знакопеременное бадание, если можно так сказать, не военным языком, бадание наших и российских войск на этом участке фронта. Пане Романе, про спроможності ворога по усій ділянці фронту. За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї МБР, у Росії державні програми із забезпечення потреб армії кращі, за його словами, краща зброя, спорядження краще, ніж в Україні, і Збройні сили Російської Федерації – це серйозний противник, якого не можна недооцінювати. Наскільки активно зараз Російська Федерація готує своє ВПК, відновлює до того ж контрактну професійну армію, яка була частково розгромлена ще у 22-му році? Ну, армии разные бывают. Есть профессиональные, есть любительские. Контрактные они бывают и профессиональные, и любительские. Вот у россиян сейчас на данный момент это любительская контрактная армия. Дело в том, что профессионалов мы действительно уничтожили в прошлом и позапрошлом, в основном в позапрошлом году. А любители, ну, они сильны численностью. То есть, когда их много, любителей, когда много, и если у них есть достаточное вооружение, у россиян есть сейчас возможность то количество любителей любительской российской армии обеспечивать вооружением своего производства. В основном своего, они, естественно, дозакупают у Северной Кореи, у Китая, у Ирана, пытаются дозакупать. Но основное производство действительно свое. Поднимают с мест хранения еще старую советскую технику, потому я чуть не согласен с высказыванием о том, что у россиян прям вся новейшая техника. Нет, они поднимают, там техника есть, которые 50 и 70 лет, то есть ставят на колеса, на гусень и отправляют ее для выполнения боевых задач. Но, тем не менее, есть и свои, естественно, разработки, то, что они сейчас на данный момент производят. Технологический уровень производимой техники, ну, он на уровне тех стандартов при выполнении задач сухопутных войск, то есть для выполнения, может быть, каких-то оборонительных или локальных наступательных действий, не более того. Все зависит от того, какое мы можем противопоставить свои модификации вооружений или свои механизмы противодействия. Здесь вот это нам намного важнее. Потому пока, если у нас такая же техника, как и у россиян, то, в принципе, у нас паритет, по крайней мере, по вооружению. Если к нам заходит техника наших партнеров, опять же, старая, с прошлого тысячелетия, то тоже можно считать, говорить о паритете. А если заходит новейшая техника этого тысячелетия и этих разработок уже новых, то тогда у нас есть преимущество. Это чувствуется по некоторым видам артиллерии, ракетных войск, авиации, ну не авиации, а тех средств поражения авиационных, которые у нас есть, те же ракеты, те же Storm Shadow, те же Scalp, потому здесь будет некорректно сравнивать общее состояние одной и другой армии. У нас улучшается позиция, улучшается по модификациям вооружений. Мы сейчас ждем высокотехнологические средства уничтожения российской армии. То есть, по большому счету, перспективы у нас довольно-таки светлые в этом смысле. И можно надеяться на то, что то вооружение, которое есть у россиян, оно максимальное сейчас у них на подъеме, мы перекроем возможностями наших партнеров этого тысячелетия. Это очень важно. То есть, имеется в виду новейших разработок. Пане Романе, якщо говорити про боєприпаси артилерійські, командувач оперативно-стратегічного групування військ ОСУ «Таврія» Олександр Тарнавський заявляв, що українським силам найбільше бракує на Таврійському напрямку боєприпасів різних видів і майже всіх номенклатур. Чи є в нас, по-перше, спроможності виготовляти свої власні боєприпаси, тому що і раніше колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі генерал у відставці Бен Годжес сказав, що цілком
можливо це робити, потрібно лише постачання пороху і деякі інші матеріали. Про наші спроможності в плані використання артилерійських боєприпасів і про можливості їх виготовляти. Ну, надо быть объективным. Ни одна армия не может с колес работать. Даже россияне сейчас, вот они работая с колес, это значит, вот сколько произвели в сутки боеприпасов, допустим, тех 5-7 тысяч снарядов в сутки, они их используют, это им для них мало. Они почему и закупают, параллельно закупают у невоюющих на данный момент стран, и у Ирана, в Северной Корее, у Китая. То есть недостаток однозначно, и мы так же само находимся в таком же положении. То есть мы не сможем производить такое количество боеприпасов, сколько нам надо будет для выполнения боевых задач, и здесь надо это четко понимать. Да, часть определенную можем, да, по некоторым номенклатурам можем, но это процент, это даже не десятки процентов по тем потребностям, которые нам нужны, потому без наших партнеров, без производства, либо без совместного производства, либо без производства закупок или поставок мы не обойдемся однозначно, и в этой войне точно нет. То есть вообще любая страна при подготовке либо для обороны, либо для нападения, она иногда готовится десятки лет, производит вооружение, забивает склады, то есть создает определенную подушку, а потом ее используют в течение нескольких месяцев. А когда война растягивается на года, то страна одна не может выполнять эти боевые задачи. Ни одна страна в мире, наверное, этого не делала. Даже Вторая мировая война показала это. Советский Союз не смог без ленд-лиза американского переломить ход войны. То есть здесь нам надо надеяться на наших партнеров. Сами мы не вытянем. Пане Романе, і також повертаючись до слів командира першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, я процитую його слова, що Україна має бути готовою до затяжної війни з Російською Федерацією у 2024 році. І цитата: «Ми не повинні готуватися щоліта, як до поїздки в Крим на відпочинок, ми повинні грати вдовго». І це стратегія, яка розтягнута в часі. Тобто мова йде зараз про позиційну війну та можливість лише значними втратами виходить, що добитися зміни лінії фронту? Ну, у нас не стоїть задача змінити лінію фронту. Ми обороняючися армія, у нас основна задача уничтожити армію нападіння, нападаючу армію. А уже освобождение території – це слідство виконання вот этой первой задачи уничтожения армії противника, которая пытается захватить наши территории. Уничтожать ее нужно в лучших для себя позициях, в обороне, в отступлении, в наступлении, в активной обороне, дальними средствами поражения. Вот пока не уничтожим российскую армию, нам не нужно ставить задачу именно освобождения территории. А после уничтожения российской армии автоматически территории будут освобождены, так ее там ее уже там не будет. То есть именно с такой точки зрения надо подходить и строить стратегию наших действий. Это действительно стратегия в долгую. Мы уже 10-й год воюем. 10-й год. С 14-го года идут боевые действия в разной интенсивности. Последние 2 года горячая фаза довольно-таки серьезная. Но эти фазы не будут перемежаться, и нам надо понимать стратегию выполнения боевых задач. То есть стоит стратегическая задача выйти на госграницу, освободить все наши территории, уничтожив российскую армию. А уже тактические вопросы, оперативные определенные действия, они должны зависеть от тех сил, средств, той номенклатуры боеприпасов, которые мы будем получать. И потому оптимальный вариант на данный момент, ну, у нас сейчас лучший режим обороны. Даже в этой обороне россияне пытаются наступать, теряют до 1000 своих контрактников, этих террористов российских, до 1000 в сутки. Это большие показатели. Десятки единиц техники в сутки они теряют. Зачем нам куда-то двигаться? Мы выполняем задачу. И так, нам надо просто достаточное количество вооружений. Ну а дальше при заходе уже дальних средств поражения надо будет уничтожать врага еще и на
больших глубинах, то есть по радиусу этих средств поражения. Куда достанем? Чем дальше, тем лучше. Нам надо как минимум 500-километровые боевые средства, которые могли бы логистику врага уничтожать. Ну а после захода уже серьезных сил, в основном уровня, то есть в основном авиационной компоненты. После этого уже, опять же, с задачей уничтожения врага, прореживания его рядов, уменьшения плотности войск с помощью авиации, штурмовой авиации. Штурмовать должны самолеты, а не военнослужащие. После выполнения этих задач уменьшения плотности, уменьшения количества войск, после этого уже можно будет планировать какие-то наступательные действия широкомасштабные. Основной задачей, конечно, это будет освобождение Крыма, будет зависеть от достаточного количества сил средств. Следующая задача — освобождение Донбасса. Исходя из определенных минимальных сроков, раньше, чем следующий год, 2025 год, за Донбасс мы не возьмемся, потому у нас Восточный фронт точно будет в таком состоянии, как сейчас в оборонительном. Запорожское направление, может быть, в зависимости от количества сил, средств нам переданных, двигаться в сторону Токмака. Ну, а основное стратегическое направление — это, конечно, левый берег, направление в сторону Скадовска, в сторону Армянска, Крыма, опять же, исходя из тех сил, средств, которые нам будут передавать. Это игра в долгую однозначно. Это игра где-то на минимум горячей фазы года на два, уже не меньше. То есть это не раньше 2025 года, конца 2025 года. Возможность есть выйти на госграницу. Раньше просто не получится. Может срок только сдвигаться в дальнюю перспективу из-за недостатка вооружений. А реально нам придется еще лет 10, вот ровно столько, сколько мы воюем с 2014 года, еще примерно столько же до 2033 года держать армию в рабочем, так сказать, боевом состоянии, в режиме боеготовности, проведения боевых действий. Нам придется еще с разваливающейся Российской империей даже на наших границах встречать эти волны, на которые она будет разваливаться. Естественно, будут пограничные конфликты, будут некоторые моменты, связанные с верификацией границ. Это все будет заниматься армия, причем в боевом режиме ее распускать нельзя будет, потому как минимум нам нужно сейчас видеть профессиональную армию, которая не пришел-ушел. Армия где-то в районе 1% населения, 350-400 тысяч военнослужащих профессиональных, которые как на работу будут ходить на выполнение боевых задач, так как это делают профессионалы. Потому что с этой точки зрения нужно подходить к формированию, к мобилизационным определенным моментам. И с постановкой, естественно, задачи ее укомплектования профессионалами, подготовки профессиональной, плюс укомплектования новейшими системами боевого поражения. Пан Романе, ви згадували про те, що спочатку Крим, деокупація, потім це Донбас. І хочете згадати вчорашню таку подію, що командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Лещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію в Криму 4 січня. І згідно з картою, створеною журналістами «Крим Реалії», на місці одного з прильотів розташована якраз таки 31-ша дивізія протиповітряної оборони повітряно-космічних сил Російської Федерації. Раніше ж тут саме на цьому місці розміщувалася 76-та дивізія протиповітряної оборони України. Авіація воздушних сил нанесла серйозні удари вчора, от за останні сутки, по воєнним об'єктам в Криму. Були поражені кілька воєнних об'єктів з допомогою ракет, крилатих ракет и беспилотников, которые работали по некоторым позициям как такая система противовоздушной обороны для завоевания превосходства в воздухе. Пораженные объекты, но они высокого уровня, там как минимум один командный пункт с десятками погибших и раненых российских террористов, причем по некоторым позициям там мог быть и начальник генштаба Герасимов. То есть подождем эту информацию, по крайней мере, она не проверенная, но ее уже начинают проигрывать некоторые разведсообщества. То есть после этого удара
связь с Герасимовым исчезла. И если она подтвердится, то это будет довольно-таки хороший подарок в наступившем году нашим вооруженным силам, ну, естественно, Украине, украинскому сообществу. Также были нанесены серьезные удары в этом направлении, в сторону Новороссийска, Евпатории, Саки, Новофедоровка. До Феодосии был закрыт Керченский мост из-за угрозы удара. А раз была угроза, значит, было планирование определенного удара. То есть была такая нанесена масштабная и проведена масштабная атака по юго-востоку, по юго-восточному направлению от Украины, Крым и Новороссийск. Начинать в этом году у нас год Крыма, значит, мы должны начинать уничтожать те мосты, которые связывают Крым с Россией, то есть питают Крым, питают военные объекты в Крыму. А это как раз основная, это морская компонента. А начинается она в Новороссийске. Почему Новороссийск должен быть уничтожен, Новороссийский порт и военные объекты в Новороссийской бухте должны быть уничтожены в первую очередь, чтобы не дать возможности российским кораблям, военным обслуживаться и дальше уже выводить из строя сами корабли. Весь Черноморский флот в этом году имеет такую возможность затонуть и выстроиться в ряд с флагманом, с крейсером «Москва». Он уже заждался уже второй год, никак не дождется своих подчиненных. То есть есть такая возможность наших сил, в основном воздушных сил, то есть с помощью авиации, с помощью ракет, крылатых, баллистических, в том числе с береговых ракетных комплексов «Нептун», также можно работать, и мы работали по Черноморскому флоту. Я думаю, эта работа будет продолжаться успешно. Пане Романе, на завершення, чи вистачить нам ракет для відбиття того, що буде летіти на територію нашої країни? Тому що в КМВА зазначають, що існує реальна загроза повторення повітряних ударів, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури Києва. В найближчий час в Києві очікується погіршення погодних умов, різке похолодання до мінус 18 градусів. І паралельно з цим речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат зазначив, що партнери передають Збройним силам України ракети для систем ППО в міру потреби. Ось це в міру потреби, це аби не створювати на території України великі запаси ракет і не підставляти їх під удар країни-агресора, чи якось можна інше, по-іншому протрактуватися? Ну, как мы ищем их склады, и основная задача – это уничтожить ракеты на земле, либо в пусковых установках вместе с пусковыми установками, либо склады ракет, так и россияне пытаются нащупать на нашей территории, а у них разведка довольно-таки серьезная. А наша власть не помогает этой разведке, начинает Министерство внутренних дел, расставляющее камеры по дорогам, заканчивая камерами, которые до сих пор до них не добралась контрразведка службы безопасности. Есть определенный контроль, есть определенный поток информации у россиян, потому они будут отслеживать, отслеживают и будут отслеживать накопление ракет, противоракет, и будут пытаться их поразить, эти места, по крайней мере. Поэтому оптимальный вариант – это создание такой логистической цепочки постепенного наполнения наших потребностей по мере расходования этих ракет. Именно так и работает наша система. Именно об этом и говорят наше военно-политическое руководство. То есть это стандартная работа нашей противовоздушной обороны. Пане Романе, я вам дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую вам за вашу професійну думку. Буду очікувати ще на наступну зустріч. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, був з нами разом сьогодні.